Здравствуйте, меня зовут Персин Шахин. Я студентка третьего курса университета имени Нечметина Эрбакана по специальности металлургия и материаловедение. Металлургия и материаловедение, как следует из названия, это отрасль машиностроения, основанная на металловедении и материаловедении. Кроме того, она применяется в самых разных областях, от столовых приборов, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, до экранов наших телефонов и даже материалов передовых технологических устройств, используемых в оборонной промышленности. На первом курсе считаются базовые научные курсы, а на втором курсе – общеинженерные курсы, такие как физика, химия, математика, а также курсы, основанные на изучении материалов. Мы также можем выбрать курсы, такие как добывающая металлургия, термодинамика в третьем и четвертом классе, а также курсы, соответствующие текущей учебной программе. В дополнение к лабораториям, где наш преподаватель проводит свои исследования, у нас также есть очень обширная центральная лаборатория, где осуществляется производственная и сервисная деятельность. У нас есть две обязательных периода стажировки на втором и третьем курсе. Период стажировки имеет большое значение для нас, молодых кандидатов в инженеры, поскольку они также благоприятные ситуации, это дает нам преимущество. Кроме того, в последний год появились дипломные работы, которые мы можем выполнить вместе с нашими консультантами в интересующей нас области, где также предлагаются такие возможности, как лаборатория. Металлургическая промышленность Турции также находится на передовых позициях. Конья – один из наших городов, где расположена эта индустрия. Благодаря тому, что наша кафедра на 100% англоязычной, возможности трудоустройства на мировых фабриках значительно возрастают. В дополнение к этому мы можем найти работу в таких секторах, как металлургия, сталелитейные заводы, а также в биоматериалах, оборонной промышленности и даже в авиации. Металлургия и инженерия по материалам была профессией, которую я всегда хотела. В период предпочтения для меня было важно, чтобы моя кафедра была на 100% англоязычной, поэтому я предпочла университет Нечметина Эрбакана. Также предпочла металлургию и материаловедение, потому что хотела увидеть процесс производства материала, который мы используем в повседневной жизни от начала до конца, и быть ближайшим свидетелем процесса от непригодного состояния до полезного.